использование советской символики. К такому наказанию административный суд приговорил лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана. Дело в том, что на митинге 9 мая Линдерман, а также Алина Лебедева и Вячеслав Высоцкий явились к памятнику освободителям со знаменем Победы, на котором были изображены серп и молот. Обвиняемый утверждает, что к такому решению был готов, а на оправдание и не рассчитывал, однако платить штраф Линдерман не намерен. По словам лидера нацболов, подобная символика нигде, кроме стран Балтии, не запрещена, поэтому он планирует добиваться легализации серпа и молота в Латвии. Я законопослушный человек, но я считаю, я знаю, что есть закон, который запрещает использование на общественных мероприятиях символики советской или стилизованной под советскую. Но я считаю, что есть и такие законы, которые наш моральный долг требует нарушать. Депутаты Сейма.